Следственно-оперативная группа на выезд. Повторяю, следственно-оперативная группа на выезд. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня с вами мы, ведущие Елена Шайденко и советский и российский актер театра и кино Вадим Юрьевич Андреев. Сегодня страна наша чествует лучших своих сынов и дочерей, которые свою работу видят смыслом жизни, которые черпают свои силы по-прежнему в работе, возможности защитить права каждого законопослушного гражданина. Мы вам желаем любви к своему делу, уверенности в нужности этого дела. Ну, а поскольку покой вам только снится, мы думаем, что и дальше вы сможете с теми же успехами и теми же товарищами выполнять не только возложенные на вас задачи, но и добиваться еще большего. С праздником, дорогие друзья! А сотрудников органов следствия Российской Федерации придумано множество стихов. О вашей профессии написано множество песен и уже сняты десятки, а может быть и сотни фильмов. И сегодня, в честь вашего праздника, мы хотим подарить вам нашу концертную программу. Ваши коллеги исполнят песни, которые многие годы помогают вам стоять на страже закона. С праздником вас поздравляют ансамбль «Альянс» и оркестр культурного центра Главного управления МВД России по Воронежской области. Горят на небе звезды, еще далек рассвет. А следователь входит в служебный кабинет. Он спал совсем недолго, покинул рано дом. И вот склонился снова над
над письменным столом. И вот склонился снова над письменным столом. Он должен быть хитрее и зло загнать в тупик. Из четких доказательств и собранных улик. Любого, кто решится переступить закон, к ответу непременно призвать сумеет он. К ответу непременно призвать сумеет он. Все сильней такой необходимой профессией своей, такой необходимой профессией своей. Он должен быть хитрее и зло загнать в тупик. Без четких доказательств и собранных улик. И вот кто решится переступить закон, к ответу непременно призвать сумеет он. К ответу непременно призвать сумеет он. Порою невозможно беду предотвратить, но нужно справедливость всегда восстановить. За торжеством закона и судьбами людей стоит его работа, которой нет важней. Стоит его работа, которой нет важней. Он должен быть хитрее и зло загнать в тупик. Из четких доказательств и собранных улик. Любого, кто решится переступить закон, к ответу непременно призвать сумеет он. К ответу непременно призвать сумеет он. Следователь связывает свою судьбу со сложной профессией. Любовь к ней остается у каждого на всю жизнь. Это святая любовь, служение истине, добру и справедливости, долг перед Родиной и ее народом. Эти слова когда-то прозвучали из уст бывшего министра МВД СССР Николая Анисимовича Щелокова. Свою работу опытные следователи считают творческим делом. Признаются, что расследование, как правило, сидит в голове денно и нощно, а неотвратимость наказания должна последовать обязательно. Но все же самая лучшая оценка повседневной напряженной деятельности – признательность и доверие людей, которые высоко ценят ваш добросовестный труд. Примите поздравления от вокального ансамбля «Поколение МВД» Управления МВД России по Костромской области. Где-то боль, где-то горе, и с кем-то беда. Все в себя, а иначе не стоит. Рваным ритмом сюжеты рисует судьба. Только сильный с судьбою поспорит. Мы не ангелы с неба, не рвем паруса. От присяги ни влево, ни вправо. Наше слово и дело с
всегда на весах. Полицейский мундир не забава. Мы стражи закона, мы служим закону. Не ради награды и не за чины. И наши погоны, и наши погоны хранят честь и славу великой страны. Криком раненой птицы, сирена в ночи, чья-то песня опять недопета. Вспыхнет заревом свет поминальной свечи, наши души сжигая до пепла. Имена на камнях нас по жизни ведут, год от года, и нет нам покоя. Наши дети уже им на смену встают, светлый путь тем, кто выйдет из боя. Мы стражи закона, мы служим закону. Не ради награды и не за чины. И наши погоны, и наши погоны хранят честь и славу великой страны. Стражи закона, мы служим закону, не ради награды и не за чины. И наши погоны, и наши погоны хранят честь и славу великой страны. Великой страны. Сейчас перед экранами находятся люди, которые являются образцом профессионализма и преданности делу, безоговорочного служения Родине. Сегодняшнее молодое поколение учится на их опыте. Сегодня самые искренние слова признательности звучат в поддержку наших защитников, участников специальной военной операции на Украине. Уверены, что наши военнослужащие с честью выполнят поставленные задачи. Донецкая и Луганская народные республики будут в безопасности, и на этих землях установится мир и согласие. С пожеланиями крепости духа для наших защитников звучит песня о томских коллег «Такая работа». С днем сотрудника органов следствия Российской Федерации! С праздником, друзья! Такая работа, вот такая работа, и день, и ночь, всю жизнь, без отдыха и сна. Ты ищешь упрямо очень важное, главное что-то, и вот едва мелькнет, откроется вот-вот долгожданная истина. Такая работа, непростая задача, тебе решать, тебе сегодня и всегда. А если когда-то от тебя отвернется удача, ты помни, рядом друг, надежный, верный друг,
тогда не страшна беда. Не ради славы, не ради забавы, не ради власти, не ради награды. Мы делаем наше нелегкое дело, полезные бритвы скользя. Такая работа, такая работа, и значит так надо, надо. Такая работа, бесконечна дорога, а где-то ждет тебя твой берег, твой маяк. Там верят и любят, там не гасят очаг у порога. И ты на свет иди, на яркий свет иди, там любовь и судьба твоя. Не ради славы, не ради забавы, не ради власти, не ради награды. Мы делаем наше нелегкое дело, по лезвию бритвы скользя. Такая работа, такая работа, и значит так надо, надо. Иначе нельзя. Иначе нельзя. Работа следователей зачастую связана с риском для жизни. Ведь главное их призвание – это ежедневно обеспечивать безопасность для рядовых граждан страны. Но, несмотря на всю серьезность деятельности стражей правопорядка, и им не чужды самоирония и чувство юмора. И в доказательство примите следующее музыкальное поздравление в исполнении вокального ансамбля культурного центра УМВД России по Рязанской области. Ребята, мы частушки вам споем, все про следствие расскажем, пару шуток припасем. Рум за сено, два за воз, полтора за перевоз, чечевица свекаю, а я сижу чирикаю. Может ей гордиться, защитит его и щит, и два меча в петлицах. Рум за сено, два за воз, полтора за перевоз, чечевицу свекаю, а я сижу чирикаю. Кражи, грабежи, разбои, вот специфика моя. Ежедневно, днем и ночью все расследую их я. Рум за сено, два за воз, полтора за перевоз, чечевицу свекаю, а я сижу чирикаю. Происшествия, осмотры, обыск, выемка, допрос, очных ставок вереница, у начальника разнос. Рум за сено, два за воз, полтора за перевоз, чечевицу свекаю, а я сижу чирикаю.
обеспечить в срок раскрытие преступления. Рум за сено, два за воз, полтора за перевоз. Чечевица свикаю, а я сижу чирикаю. Документы в департамент в срок мы направляем. Нормативку знаем четко и не нарушаем. Рум за сено, два за воз, полтора за перевоз. Чечевицу свикаю, а я сижу чирикаю. Я горжусь своей службой и, конечно, живлю. Ни на что не променяю я профессию свою. Рум за сено, два за воз, полтора за перевоз. Чечевицу свикаю, а я сижу чирикаю. Личный следствие состав дружно поздравляем. Им здоровья и успехов от души желаем. Рум за сено, два за воз, полтора за перевоз. Чечевицу свикаю, а я сижу чирикаю. Да, таким очаровательным полицейским действительно хочется делать комплименты. И не в будущем, а в настоящем времени. Тем более, что будущее зависит от настоящего. И то, каким будет сотрудник органов предварительного следствия, зависит в первую очередь от самого молодого специалиста, от курсанта. Каждый из них должен быть убежден, что теоретические знания, полученные в институте, обязательно найдут свое отражение и в практической деятельности. Желаем вам, будущие исследователи, не терять энтузиазма и увлеченности к выбранной профессии, стать достойными, уверенными, сильными, ответственными, а главное, успешными сотрудниками. Дорогие друзья, прямо сейчас на этой сцене появятся именно такие люди, благодаря которым будущее органов предварительного следствия в системе МВД России видится безоблачным, светлым и радостным. Праздничную концертную программу продолжает вокальный ансамбль «Мелодия» Волгоградской академии МВД России. Сделав свой первый маленький шаг, бросил ты смелый вызов судьбе. Но отец твои руки держал и упасть не давал, помогая тебе. Став взрослей, ты шагнул за порог. Как найду поначалу скользя, но всегда помнил детство урок. Если вдруг ты упал, не подняться нельзя. Дорогу в завтрашний день ты верно выбрать сумей, чтоб в жизни главную цель видеть ясней. Так важно, следуя к ней, надежных встретить друзей и любовь, что в сердце, в груди била сильнее. Бесконечных дорог,
останется след. Выбор свой каждый делает сам. Только найди главный маршрут один, чтоб дошли по отцовским следам до невзятых вершин. Дочь твоя или сын, дорогу в завтрашний день ты верно выбрать сумей, чтоб в жизни главную цель видеть и с ней. И живет вера в душе до конца, а в беде пусть надежда всегда помогает стирать твои слезы с лица. И когда в пыль дорожную вновь своей будешь брошен судьбой, пусть тебя поднимает любовь тех, кто через года прошагает с тобой. Дорогу в завтрашний день Юрьевич, как ведущий этого концерта, вы сейчас можете сказать все, что пожелаете. Давайте поздравим следователей всей страны. Дорогие друзья, уважаемые сотрудники органов следствия Российской Федерации, поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Пусть успех и удача сопутствуют вам всегда. Пусть будут вечно молоды ваши сердца, радостно, с огоньком смотрят глаза. Пусть хотя бы раз в году в ваш профессиональный праздник телефонные звонки приносят только поздравления и ни одной неприятной вести. Большое вам спасибо за вашу нелегкую, но такую значимую службу на благо России. Живите в радости. Нас привычны будни форменной одежде. Мы каждый день идем по лезвию ножа. За нами человека жизнь, его надежда, что не придет к нему нежданная беда. Не понаслышке знаем, что такое горе. Когда случается, всегда спешим помочь. Рискуя жизнью, хоть в огонь пойдем, хоть в воду, мы охраняем мир в стране и день, и ночь. На страже всегда отважен полицейский на своем посту. Не страшно, когда опасно,
я закону и стране служу. На страже всегда отважен полицейский на своем посту. Не страшно, когда опасно, я закону и стране служу. Холодный ум, отвага, честь пусть будут с нами. Присяги, верность сохраним мы на пути. Не стоит говорить, как дорого нам знамя, что помогает нам уверенно идти. Палящим зноем мы пройдем свою дорогу, не оставляя даже пепла от врага. Мы будем только лишь на стороне закона, железный принцип полицейского всегда. На страже всегда отважен полицейский на своем посту. Не страшно, когда опасно, я закону и стране служу. На страже всегда отважен полицейский на своем посту. Не страшно, когда опасно, я закону и стране служу. Полицейский на своем посту. Не страшно, когда опасно, я закону и стране служу. Дорогие друзья, наша праздничная концертная программа подходит к концу, но мы уверены, что она создала у вас заряд бодрости и позитива. Мы еще раз поздравляем вас с праздником. Мы желаем здоровья, счастья, чтобы вашим семьям сопутствовала удача и хорошее настроение. Давайте пожелаем друг другу профессиональной собранности, доброжелательности к тем, кому вы приходите на помощь, и пусть никакие тучи никогда не омрачат нашей жизни. С праздником!